Так, все правильно. Так, ну что, давайте начнем. Надо было, я ее уже нашла. Время, как говорится, у нас уже... Время наше с вами пошло, 11:02. Добрый день. Сейчас я дверь прикрою. Ничего сквозняка нет? Нет, там не надо, девочка, выйди оттуда. Я серьезно говорю, я бог. Вот, уйдите оттуда. Есть смысл куда-то. Далеко, я хочу попасть. Ну зря вы. Ну смотрите. Я тут ушел специально. Так. Вроде всем. Ну, по крайней мере, те, кто был вчера. Кто-то собирался прийти. Ну, Господь, ждут, значит, придут. Итак, самое главное, значит, вы не обращайте внимания на Евгения Леонидовича. Это его работа. Значит, день второй. Вот Юрий Алексеевич напомнил, скажем так, о необходимости, наверное, продемонстрировать работу с электронными шахматными часами. Вот, естественно, значит, я вам покажу, как это делается. А сейчас хотел сказать о следующем.